Всем привет! Вы у меня на канале Цветочные Ассорти. Сегодня я сделаю совсем маленькое видео. Ой, очень хочется мне пожаловаться вам снова вам пожаловаться. Каждое утро, когда просыпаюсь, обязательно беру чашечку кофе и выхожу на балкон. Вот и позавчера так сделала. Вышла на балкон и в общем, я не знаю, как сказать, увидела, что мой эсхинантус, помните, который я показывала, такое обильное цветение, хвасталась. У него подсохла почва. И я как-то моментально, не думавши, спонтанно, так получилось, я его из своей чашки полила это растение. И посмотрите, что получилось. Ой, он у меня весь засох, и листочки, и цветочки. Вот такое вот стало оно растение. Висит все как тряпки. Листья даже он где-то, даже ветка вон полностью засохла. Я не знаю, как это так получилось. Машинально просто. Я даже не могу представить, как это получилось. Я, конечно, моментально побежала под ванную. Может, не надо было промывать холодной водой? Давай промывать почву холодной водой. И у него, наверное, случился вообще шок. Горячая и холодная вода. И он моментально вот такой вот стал. Думала, хоть немножечко там будет что-то живое. Нет, точки роста, все сварилось, наверное. Все засохло. Я, конечно, быстренько снова обрезала ему веточки, поставила под тепличку. Они были тоже такие вот вялые, все страшные. Но под тепличкой, видите, они снова восстановили тургор. И мне кажется, даст Бог, они у меня приживутся. Очень жалко потерять такое растение. Мне кажется, я его уже нигде не найду. Я его сейчас нигде не встречаю. И вот этот под пакетом стоят черенки. Вроде бы-то уже они более-менее поднялись и восстановились. Еще вот здесь. Но этот что-то нет. Этот что-то слабо. Слабо. Так что я, наверное, уже навсегда перестану пить кофе на балконе. Я не знаю, как это так получилось. Конечно, это смех сквозь слезы. Очень жалко растение. Ему, наверное, по-моему, уже года 3. А как он обильно цвел, я вам показывала. Да, прямо... Ну, красота, прям гроздья были этих цветов. Сейчас посмотрите, все оно засохло, завяло. Вот так случайность или необачность может повредить растение. Да, дальше непереводимая игра слов. Можно запикать пи-пи-пи-пи. Потому что слов не хватает. Как так можно было? Я не знаю. Просто, может, мне показалось, что у меня просто простая вода. Я решила, я не знаю, как это получилось. Но пролила кипятком горячим цветок. Представляете? Жалко, очень жалко. И уже... Мне кажется, ничего ему не поможет. Даже уже если обрезать черенки, они уже, наверное, не
не, ну, не будут жить просто-напросто, потому что все вот это все, оно такое, такое какое-то вяло-тонкое. Ой. Ну, бывает такое, бывает. Бывает такое, ну, бывает еще и похуже. Так что я буду надеяться, что мои вот эти череночки все благополучно приживутся. И на следующий год я снова буду радоваться цветущему, красивому растению. Вот я же говорю, теперь я, наверное, с балконом, на балкон уже чашкой кофе, наверное, уже не выйду. Не буду любоваться своими цветами так по утрам. Просто выйду и буду смотреть. Ой. Вот такая у меня плачевная ситуация на данный момент. Вот такое короткое видео сегодня я сняла, потому что очень хотелось поделиться с вами своим вот таким несчастьем. Ну вот и все. Всем всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.